Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хочу посвятить вам канал Евгений Булгарин. Это канал ZH07 сервера Amazing Roleplay. Он решил попробовать себя в Ютубе. Его на канале уже вышло первое видео. Всем советую посмотреть и поддержать его видео лайком. Также подписывайтесь на его канал. Ссылочка будет в описании. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Amazing Roleplay 7 сервер. Да, вам не послышалось, пацаны, 7 сервер. У них здесь Кирилл Путбуль. Итак, я буду теперь здесь играть. Но у них здесь, короче, Кирилл Путбуль. Пацаны, нет, я буду на первом тоже играть. Я и решил начать играть на 7 сервере. За моей спиной стоит Ford Focus, как вы заметили. В развитии мне немного помог. Ну, даже немного, блин, 1500, наверное, мне дал. Хаба Хабибов, это Хабиб Хабибов, он перевел свой аккаунт сюда на 07 сервер и пригласил меня с ним поиграть. Поэтому я согласился, мне здесь пока что все нравится, я буквально играю здесь час. В принципе, кстати, этот Хабиб Хабибов, то есть у него сейчас здесь ник Хаба Хабибов, он здесь лидер. Так что буду я здесь снимать капты, пацаны. Буду снимать здесь капты, как только прокачаюсь до 3 уровня, я ступлю к нему и будем с ним снимать капты. Надо будет еще скиллы, кстати, купить обязательно. Потому что без скиллов никуда. Поэтому я буду здесь играть. Вот мой Ford Focus, я скинец себе купил. У меня 13 тысяч на руках всего лишь. Вот моя статистика, чтобы посмотрели. Я себе квартиру купил, оплатил ее на 11 дней. Она оплачена у меня. Затюнил Focus уже. Он стоит 300 тысяч, я его с салона купил. Пробег у него, как видите, 7 километров всего лишь. Я думал, побыстрее будет, но у меня никогда его не было. Я думал сначала четырку купить, либо Шкоду за 80 тысяч. Но все-таки я снялся на фокусе, потому что у меня никогда его не было. И он выглядит довольно-таки неплохо. Я думаю, вы со мной согласитесь. Как бы выглядит он довольно-таки классно. Прям очень классно выглядит. Поэтому можно брать. Но он переднеприводный и не быстрый. Но зато он четырехдверный и красивый. Буду здесь также стримить, пацаны. Поэтому я взял именно четырехдверную машину, чтобы вас катать тоже подписчиков, в принципе. Сейчас я покажу местоположение своей квартиры. Она находится здесь недалеко от спавна, потому что мне этот райончик нравится. Я здесь всегда квартиры покупаю, когда у меня там нету дома, допустим, и так далее. Я всегда здесь покупаю квартиры. Давайте заедем вот сюда, в этот райончик. Кстати, вы видите, я вот такую Шкоду хотел себе купить. Либо четырку, то есть ВАЗ-2114. Но все-таки остановился на вот этом варианте. Это Ford Focus. Выглядит он довольно-таки круто, кстати. Моделька хорошая. Я его в черный цвет покрасил. Вот такие вот диски поставил. У меня стоит старый модпак. Потому что, ну, мне очень не очень нравится. Да, там винилы, но когда уже выйдет глобальное обновление, тогда я уже поставлю новый модпак. Тем более его доделают до такого состояния, что это будет официальный модпак, а не ОБТ. А не бета-модпак, точнее. Поэтому как-то так. Но фокус, кстати, мне очень нравится. Вот именно с этой стороны я купил квартиру, потому что машина паркуется именно вот там. Видите, где я ее поставил. А если вы купите квартиру с этой стороны, она будет парковаться здесь. Там как-то будет покрасивее, я думаю. Кстати, можете тоже сюда заселяться. Тут квартир очень много свободных. Вот моя квартира здесь. 11 дней оплачено. В принципе, я думаю, нормально. Квартира у меня номер 6. Пойди на втором этаже, да. На втором этаже она находится, в принципе... Блин, на каком, я так и не понял. Так, это не моя? Нет, это не моя. Ну, короче, неважно, там где-то тут она находится, короче. Вот здесь я живу. Кстати, сейчас надо купить номер телефона. Я забыл себе купить сим-карту и так далее. Поэтому сейчас мы это сделаем. Потому что 24/7 находится здесь как раз рядом. Я считаю, это хорошее местоположение, где можно было купить квартиру. Потому что, ну, блин, реально... Господин Приходько. Что знакомый, кстати, ник? Господин Приходько. На первом, по-моему, тоже такой есть чувак. Так, давайте купим себе карту. Так, чипсы, телефон. 4000 стоит. Вы купили себе телефон. Теперь нужно купить сим-карту. Так, вот я купил себе такую 232. Короче, вот такая вот сим-карта, в принципе. Ну, я думаю, пойдет такая сим-карточка, в принципе, потому что, ну...
смысла другой покупать я не вижу. Ну вот как-то так. Ну фокус, кстати, мне нравится, как он выглядит. Я диски подбирал на него. Ну, как-то случайным образом выбрал эти. Сначала они мне понравились, но потом что-то так посмотрел. Ну прикольно выглядит на этих дисках. Сейчас буду качать уровень. И, возможно, в следующей серии вы уже увидите меня, как я буду участвовать в каптах. Ну, мне нужно купить, наверное, скиллы будет. Они, по-моему, 100 рублей стоят скиллы или 200. 200 рублей, наверное. И все будет замечательно просто. Все просто будет замечательно. Если что, Хабиб, он здесь ник у него Хаба Хабибов. Он стоит на лидерке ОПГ Солнце. Поэтому, ну там больше всего территории, в принципе. Поэтому, кто хочет, можете уже сейчас вступать к нему, если у вас там есть третий уровень. Мне его пока что нету, но думаю, в будущем будет. В будущем, думаю, будет. Я вступлю к нему, ну, думаю, может даже уже завтра. Главное просто прокачать себе уровень, и все будет хорошо. Все будет просто замечательно. Такая будет новая жизнь в новой области, в принципе. Я считаю, это новые знакомства, новые возможности, поэтому я буду здесь тоже играть. Онлайн здесь, в принципе, такой 200, 250, 300 бывает. Ну, думаю, нормально, ничего. Зато тут бывают домики по ГОСУ, ну, редко, конечно, но, возможно, мы что-то когда-то словим. В принципе, вот это ОПГ Солнце здесь, если что, можете сюда вступать. Я сюда тоже буду вступать потом, в принципе. Поэтому как-то так. Ну, это у меня все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, все ссылочки есть в описании. Заходите на сервер и ждите новых серий. Всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city.